Здравствуйте, Бронислав. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал вам фокусное расстояние 50 мм и диафрагмы от 2 до 32. Почему до 32, вы прочитаете в письме, в котором я вам прислал таблицу поправок и объяснение таблицы поправок. Дело в том, что на советских объективах не совсем правильно устроен механизм управления диафрагмой, поэтому требуются поправки. Диафрагмы 2,2 и 8, которые чаще всего используются на этом объективе для съемки портретов, отрабатываются правильно, а дальше нужно вносить поправки. Сейчас я упакую ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, целый, невредимый. Обращайтесь с ним очень аккуратно. Вот, он будет подпилен в нужном месте. И поверхность, на которую он будет наклеен, нужно обязательно обезжирить и наносить клей не из тюбика на байонет, а наточенной спичкой или зубочисткой с другой поверхности. Внимательно смотрите все фотографии, которые я вам прислал в письме. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.